В Конаково за получение крупной взятки задержаны сотрудники водоканала. Отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета в рамках возбужденного по материалам, предоставленным ОЭП ЭПК областного ОМВД, уголовного дела по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 Уголовного кодекса, получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору в крупном размере, задержана заместитель директора по доверенности МУП «Водное хозяйство» города Конаково и начальник участка этого же предприятия. По данным следствия, начальник участка, действуя по предварительному сговору с заместителем директора, получил от индивидуального предпринимателя взятку в общей сумме 500 тысяч рублей за совершение в пользу последнего бездействия в виде неиспользования погашения суммы задолженности, сформировавшейся в связи с самовольным использованием централизованными сетями водоснабжения и водоотведения. Следователем Следственного комитета совместно с сотрудниками органов внутренних дел продолжается проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. В воскресенье 19 января Конаковским городским судом избрана мера пресечения подозреваемым по делу. Начальнику участка за содействие следствию мерой пресечения стал домашний арест. Заместитель директора предприятия взят под стражу. Утром 20 января во дворе одного из домов по Татарскому переулку загорелся автомобиль «Нива». Машина принадлежала одному из работников местного ЖЭО. Этим утром мужчина прибыл на вызов. В подвале дома было необходимо провести сварочные работы. В доме прорвало трубу. Сварщик спустился в подвал, и в это время машина загорелась. На место пожара оперативно прибыло отделение пожарно-спасательной части номер 4. Машина, как приезду была вся объята пламенем. Возгорание ликвидировали, но спасти автомобиль не удалось. По первоначальным данным, причиной стал взрыв газового баллона, находившегося в салоне «Нивы». Никто из людей не пострадал. На месте происшествия работали дознаватели, которые устанавливают причину и ущерб от пожара. В Тверской области полицейские задержали подозреваемого в незаконной рубке леса. Сообщение о преступлении поступило от представителя Раевского участкового лесничества. Прибывшие на место происшествия полицейские и лесничий установили, что возле деревни Покров в Максатихинском районе путем переноса деляночных столбов, обозначающих границы отведенной лесосеки, неизвестный совершил незаконную рубку деревьев хвойных пород. Браконьерским способом заготовлено 80 елей. Сумма ущерба составила почти 2,5 миллиона рублей. Задержан 27-летний житель Максатихи. Мужчина пояснил, что в 2019 году к нему обратились субподрядчики арендуемой делянки помочь заготовить лес. В процессе заготовки мужчина перешел границу участка и вырубил более 100 кубометров леса. В отношении него возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений». Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 7 лет. Сотрудниками полиции продолжаются оперативные мероприятия и следственные действия, в ходе которых устанавливаются организаторы незаконной рубки. 29 января с 11 утра до часа дня руководитель регионального следственного комитета полковник юстиции Альберт Кизимов проведет прием граждан в режиме онлайн для пользователей социальной сети ВКонтакте. На личный онлайн-прием могут обратиться все желающие. Заранее необходимо оставить свое обращение, либо непосредственно обратиться во время проведения приема в комментариях к посту с анонсом мероприятия на странице Следственного управления в социальной сети ВКонтакте.